Почти 2 года назад я снимал коротко на последний альбом Стрыкала, где сказал, что альбом вообще тухловат, и на меня обрушился просто шквал негодования его фанатов. Люди, которые пришли к Стрыкала с песней «Все решено, мама, я гей», теперь уже защищали серьезные песни, рвали рубаху на себе за серьезные песни своего когда-то несерьезного кумира. Здрасте, вы на канале Сейна, и сегодня мы пытаемся разобраться, почему ранее несерьезные юмористические исполнители, маленькие, которые взялись из интернета, сейчас делают лучшую поп-музыку в стране. Разберемся мы, кстати, на примере альбома «Монеточки». Спойлер, альбом охуенный. Вот вы вообще задумывались, почему рок-группа ваших знакомых репетирует в гараже уже лет 5, но ничего, кроме очередной пародии на Киша, они так и не написали? На мой взгляд, дело в том, что рок-музыка в России, она создавалась в 90-х, то есть в постсоветское время. Она, соответственно, противопоставляла себя советской ограниченности и цензурированности. Она должна была быть открытой, свободной и искренней. Но за 20 лет беспечных ангелов, проклятых старых домов и фестивалей нашествия это заебало уже окончательно, сидит в печенках. Старому, искреннему, честному русскому металлу давно пора подвинуться и уступить место новой волне, новым формациям и новой музыке с новыми идеями. И вот вопрос, неужели это будет полушуточная типа электроника? Да походу да, ребят. Да и по поводу полушуточности, с момента, как Ельцин летящей походкой вышел из того самого самолета, ироничное отношение к жизни – это необходимый навык для выживания в России. Из этого же вытекает причина, почему я сравниваю русский рок и монеточку, а не русскую попсу и монеточку. Потому что русская попса вообще ничего не отражает, не несет никакой значимости. Да даже для своих фанатов она совершенно нихуя не значит. Это просто такой мусор на 5 секунд. Это не то. Он не идейный. А монеточка отражает. И монеточка может. Я вообще всегда поражался умению некоторых исполнителей вшивать атрибуты современности в свои произведения так, чтобы они не выглядели пошло или не выглядели как попытка, знаете, завлечь молодежь модным словом, как, блядь, цвет настроения синий. Ну говно же, блядь, ну просто, ну пиздец. Монеточка же в этом плане просто виртуозна. Каждый трек — это как минимум неплохая современная поэзия, а как максимум — манифест нынешнего поколения. По крайней мере, так ее назвала издательство «Медуза». «Медуза», ребят, серьезная херня. Монеточка пишет просто охеренно, именно тексты. И хотя бы ради этих текстов альбом стоит заслушать. Да и вообще, Монеточка, по поводу текстов. А что помимо текстов? А помимо текстов, например, охеренные аранжировочки от Вити БЦХ и помимо своей обыкновенной пиздатости, они также отлично подходят Монеточке. Ее фирменный минималистичный синтезатор эволюционировал в минималистичную электронщину. И теперь он звучит гораздо интересней, но при этом свой наивный шарм сохраняет. К слову, если раньше Монеточка раздражала вас или надоедала вам своим высоким голосом, таким немножко неприятненьким, то послушайте альбом, над этим тоже поработали. Теперь непосредственно по трекам. «Русский ковчег» открывает альбом «Осмысление российской действительности по Монеточке». Отличный текст без какой-либо политической ангажированности, сочные мысли и хитовый припев. «Каждый раз». На мой взгляд, лучший трек на релизе. Сатира, охуенный минус, свежий взгляд на романтическую лирику и одна из немногих поп-песен, которую хочется выучить на гитаре. «Нимфоманка» — ода современному поколению и их желанию поебаться. Не менее охуенный минус — стиль, мелодичность, кайф. «Нет монет» — главный бенгер альбома. Вероятно, эта песня станет популярнее остальных. Здесь все. Кочевый бас, повторяющиеся строчки в припеве, шутки про рэперов, просто все, что вы любите. Хотя мне кажется, что на фоне остальных треков это уже попахивает КВНом. Хотя, может, я и не прав. «Кумушки». На мой взгляд, самый слабый трек на альбоме. Дело не в том, что он плохой, дело в том, что он не такой хорош, как остальные. Хотя, может, он писался просто не для меня, а для вас. Ну, послушайте, может, вам понравится. 90-е. Я лично я говорю, просто послушайте этот трек. Не знаю, как вас, меня лично вот так вот перекормили эстетикой 90-х. Я прям наелся. И слышать ее свежее переосмысление мне очень понравилось. Рекомендую. «Твое имя». Внезапно драматичный трек. Оказывается, что автор песни «Мамочка, я не зигую» может поговорить с тобой музыкой на тему смерти. И тебе это понравится.
покажется интересным и действительно стоящим произведением. Именно после этой песни я решил, что стоит делать коротко на альбом «Монеточки». «Пост-пост» закрывает альбом, сатира «Монеточки», просто классика возвращения к истокам. Там и синтезатор кривенько так записанный, ну, намеренно кривенько уже, понятненько. Там же и шуточки про глупую молодежь, ее глупые тренды, но только больше, чем над ними, «Монеточка» смеется над собой. Вот так и получается, что свежие, крутые, ироничные идеи просто в щепки разносят многомиллионную индустрию с, опять же, миллионами, телеэфирами, Филиппом Киркоровым, со всем остальным просто в пух и прах. Рекомендую вам альбом «Монеточки» просто как культурное явление. Мне буквально сегодня, я шел записывать этот ролик, мне написала подписчица, мол, слушал альбом «Монеточки», я говорю, да, слушал, вот иду коротко снимать. Она такая, считаешь ли ты это серьезным вкладом в русскую музыку или что-то типа вехой в русской музыке? Я подумал, нихуя себе люди уже к этому относятся. То есть не я один такой. Медуза оценила, Медуза. А значит, и вам стоит. Ты знаешь, где кнопка подписки. Чики-буа! Каждый раз, когда я думаю о тебе, я побомжевала возле трасс.